Можете приготовиться ко сну, потому что это самый сонный режим. Здесь бегаешь, стреляешь, одно и то же на протяжении 30 минут примерно будет. Ну, я, может быть, открою вторую часть. У меня ж какой-то этот цитрон наполовину открыть. Если выпадет часть вторая, будет цитрончик у меня легендарный. Что, ребята, приготовьтесь. Надеюсь, вы хорошо играете, ребята. Привет. Привет, и тебе привет. Все, вперед, вперед. Что, ребята, кто еще? Вот сейчас вопрос. Что вот это такое? Почему здесь есть там и там какая-то штука? Что она дает? Просто так? Это просто по приколу вначале или что это? Я просто не понимаю, зачем вот эти четыре штуки даются? И в чем разница? Может, это сложность какая-то или что? Я не понимаю. Что это за фигня? Не, на что это влияет, начало вот это? Ни на что не влияет, это просто как прикол какой-то, да? Ну, просто фишка-то, а? Ни о чем. Я говорю, зависит, если мы, например, в одну вот такую штуку станем все четвером, или там все по одной штуке, что-то поменяется в игре или нет? Вот о чем я хотел бы спросить. Хотел бы узнать. Я этот режим вчера вроде играл, да? С подписчиком. Я не помню. Да, вчера. И вот я открыл эту розу легендарную. И я уже как вчера вот помню все наизусть здесь прям. Давайте только все кристаллы собирать, осколки. Чтобы набрать 35 тысяч. И после 35 тысяч всегда максимальный сундук. И можно проигрывать уже будет. Я специально стану в энергию и просто умру. Все, пошли, ребята. В бой. Только аккуратно давайте, не умирать. Ни о чем я говорю, не зависит. Ни о чем я говорю, я зависит. Не зависит или зависит, я так и не понял. Ты прочитай само свое сообщение, я ничего не понял, что написал. Ты напиши, зависит что-то от этого или не зависит, вот. Потому что я ничего не понял, что ты написал. Да я знаю, что способность. Я уже прохожу этот Infinity 100 раз. Я уже наизусть все знаю. Я не использую вторую способность, потому что она не нужна. Можно первую использовать. Вторая в плане, я ее всегда берегу, потому что когда появляется вот эта летающая фигня, на нее надо второй скилл использовать. Если там, например, мои напарники не будут успевать, я вот вчера так играл. Вы видите вот эту штуку? Я сейчас не заметил, видите, но напарники по команде увидели это. А вот вчера я играл, я только видел вот эти летающие штуки. А мой подписчик, он не успевал их убивать. То есть я один их убивал, а он где-то мобов убивал. Мне очень сложно было, мы чуть не проигрывали постоянно. Но мы все-таки прошли. Мы набрали 30, ну почти 40 тысяч или что-то около того осколков, и вот мне выпало. Просто здесь есть шанс, что какая-нибудь шапка выпадет легендарная или еще что-нибудь, отстой, короче, какой-нибудь. А мне нужен только персонаж легендарный, мне не нужны эти шапки и прочая ерунда, которая тут выпадает. Так вот, посмотрим, что сейчас выпадет. Я просто молюсь, чтобы выпал персонаж. Потому что 30 минут играть, и чтобы какая-то шапка выпала, это не для меня. Я не могу так прям. Потому что режим ужасный, просто ужасный. Надо разработчикам его убрать вообще с игры, этот режим. Один раз в неделю пусть играть можно будет в этот режим. Все. А то так вот сидеть, играть, чтобы всех легендарок выбить. Можно это за один день сделать. Ну что, за один день 48 раз можно сыграть. 24 часа, да, по 30 минут. 48 раз этот режим сыграть. За 48 раз я надеюсь, что можно всех легендарок выбить. Ну это, блин, целый день. 24 часа. Это просто для сумасшедших людей, наверное. Давайте, коты вперед. Мне, кстати, коты не очень нравятся. У них лучи такого цвета, что не видно нифига. А вот видите, зеленый цвет, он... нормальные. Хотя нет, по-моему, зеленый цвет и той стороны есть. Я не то сказал. Да просто мы все второй способностью начали стрелять. Возможно, из-за этого. С
Собираем осколки. Они общие, ребята, осколки. Кто-то там писал, что у каждого разные осколки. Нет, они общие. Если я соберу осколок, то он и всей нашей команде добавляется общий результат. И это стопроцентная инфа. Что за третья способность? Хвостом удар, смотрите. Пам! Ну, вот такой, ну, типа хвостом. Удар жопой, короче. Покрутить задницей. Вот так третий удар называется. Я перевожу вам, чтобы вы понимали. Первый удар — это рывок. Третий удар — рвануть задницей. Вот, смотрите, рвем задницей всех. Ну, а второй скилл, я надеюсь, вы знаете, что это такое. Ты медленно, в два раза медленнее передвигаешься, но у тебя быстрее атака идет. Сплэш, небольшой урон. Легче попадать, в общем, больше урона. Там по тридцатке максимальный урон, если вблизи стоишь. Довольно-таки близко. Но начало легкое, это мы пока так. На расслабоне играем. Сейчас начнется. Сейчас начнется. Только я слышу звук мяу-мяу, вот что-то такое. А что за растение? Есть какой звук? Ильюх, спасибо за подписочку. Ой, а это я вначале кактуса не хотел убивать, я за них все время играл. Сейчас так непривычно смотреть на них. Так, что-то мы не успеваем, ребята, или что? Или мне это кажется, и это неправда? Что мы не успеваем все уничтожить. Давайте поднажмем. Где следующая цель? Блин, ребят, чё вы на одну цель-то побежали? Мы сейчас не успеем, блин, четвером этот режим пройти. Чё за фигня, ну, ё-моё. Ё-моё. Я бегу сюда вместе, чтобы убить. Потому что время добавят дополнительное. А то они не справятся, я уверен. 5, 4, 3, 2, 1. Давай, 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 давай. Фейл. Ну ничего страшного, мы просто... Просто не выполнили, дополнительное золото просто не получим. Это не луз. Блин, мне так не нравится этот мяуканье, вот это мяу, мяу. Что-то за растение, когда играл, у них такого не было. За динозавров. Или за кого они там? За динозавров. Все, добивайте уже, что я сейчас искать буду. Во. Сейчас я добью, нет. Добили, хорошо. Я не нашла внизу описание, как игра называется. Ну, я не знаю, что тебе ответить. Здесь так невозможно найти название. Это... Там написано даже, что какую игру я стримлю. Там написано. Указано все. Я думаю, ребят в чатике знают хоть во что я играю. Хоть кто-нибудь поможет тебе с такой большой проблемой. Ой. Так, ребят, только в сферу не наступите, мы всегда вместе бегаем, одна сфера, и мы все сдохнем. А почему у нас и у Ивана так мало здоровья? Иван, ты аккуратнее играй. Не подводи команду, мы как бы единое целое. Если ты умираешь, то и мы умираем. Один за всех, все за одного, как говорится. Привет, Андре Малик, как дела? Твичер. Отлично, спасибо, мистер. Спасибо за донат. Играю в самый ужасный режим. Ну так, настроение так себе. Из-за того, что сегодня игра вылетает постоянно. Ну и плюс сейчас режим играю самый отстойный в игре. Потому что пытаюсь выбить легендарки, из-за которых... Потому что их по-другому не получить. Эти легендарки.
Они выпадают только типа в Infinity Time. Зачем так было делать? Зачем вообще легендарки было придумывать? В первой части не было легендарок. И там можно было в любом паке получить легендарку. Насколько я помню. Ну там были какие-то разные паки, но они не были дорогими. То есть там легко все открывалось. Так, у нас большой главарь. Я так на расслабоне играю, потому что я теперь не вдвоем, а вчетвером мы играем. И тут как бы меньше от меня зависит. Если команда хорошая, то мы побеждаем. Меньше зависит от меня. То есть можно расслабиться. Ну, конечно, если нубская команда, то тут как ни напрягайся, ничего не поможет. Проиграем все равно. Чемперы полезли. Вот чемперы мне не нравятся, они замедляют своей грязюкой вот этой слизью. У зомбаков такого нету замедления. Да ё-моё, отстань от меня, на тебе удар жопой. Оп, задницей. Вау, как я влетел. А эти способности. Пим-пим-пим-пим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой же он опасный. Наверное. Что-то они на меня так наехали, а? Ребята, вы как-то совесть имеете? Чего вы на меня наехали? Я тут не один в команде. Попробуйте еще кого-нибудь убить. Вот, кстати, он попасть не может, наверное, отсюда, смотрите. Мы его зажали, он там стоит, бедненький. За него много осколков дают, наверное. Мне здоровье восстановить надо. Где здоровье-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Горохомет огромный. Ох, как он стреляет. Мега-мутант. А, вот этого надо уничтожать. Сейчас мы его быстренько. Давай-давай-давай-давай. Пью-п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 ью. Представляюсь, конечно, у меня мало здоровья. Но ничего, это же... Это 10-я волна, это последняя. У нас полное здоровье будет после этой волны. Так что можно себе позволить убить главного гномика. Китайская версия, не знаю, когда-нибудь будет, я думаю. Привет, сколько стоит игра? Игра стоит 1200 рублей. Либо за 250 рублей можно купить под подписки EA Access. Есть такая в Origin'е подписка. Она на 30 дней, пока подписан, ты можешь играть в 30 разных игр, в том числе в Garden Warfare. Я рекомендую по подписке покупать. 250 рублей ты можешь на 1200 5 месяцев оплатить и практически полгода играть в эти игры. Ну, надо постоянно платить, но, блин, она тебе может надоест через 5 месяцев. Поэтому нет смысла покупать. Там еще при том, что 30 игр дают других, не соскучишься, короче. 250 рублей это прям халява какая-то. Всем рекомендую. Плюс ты еще получаешь 10% скидку на все игры, которые покупаешь, если у тебя подписка это оформлена. Это точно деньги сэкономишь. Что вы такие дела. Спасибо за донат. Аноним. Игра стоит, да. 1200 стоит. Да, игра требовательная, ребят. Если у вас видеокарта старенькая, компьютер не очень, особенно ноутбуки, она очень тормознутая игра. О! Вот для этого я вторую способность не использую, чтобы вот в этот момент, смотрите. Мне кажется, или у растений легче второй способностью стрелять как-то. Здесь как бы патроны как-то медленно летят, пули. Как-то по-другому стреляется. Но я точно помню, как-то быстрее там летели они. Так, пошли дальше, ребята. Убиваем, убиваем, ребят. Вначале летающих надо, потом этих гномов убьем. Хоть кто-то еще убивает, кроме меня, интересно. Я пойду на последнего тогда. Они сейчас этого добьют. А вот последнего еще не добьют. У него много здоровья. Блин, фейл? Чего? Фейл? Я первый раз такое вроде как фейл. Я думал, что они до конца будут. А, тут просто был... А, это был бонусный уровень. На время надо было их убить. То есть можно было гномов не трогать, если бы все командой начали убивать их, мы бы и сделали этот квест. Но, блин, они решили гномов убивать. И поэтому мы зафейлились.
так вот. Жалко. Наталья, не знаю, не знаю, когда ты купишь ноутбук. Компьютер. Я думаю, что уж третья часть выйдет. Я буду в третью уже играть, пока ты купишь. Так, 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 наверх смотрим. Блин, реально по-другому стреляет. Там луч какой-то стреляет за растения. Ну, за динозавров. Здесь фигня какая-то, мне не нравится. Мне реально не нравится. Хуже, намного хуже способность. Может быть, легче попадать, но летит как-то странно. Не так быстро, что ли? Дизлайк за эту способность, мне не нравится. Плеер что у нас умирает? Кто его там так убивает? У нас тем временем почти 10 тысяч осколков. Ну, это немного. Так, удар, удар, удар. Бам! Пиу! Так. Все, выполнили. Сейчас 15-я волна, это будет концовочная, и у нас полностью хелсы восстановятся. Вот плеер сдохнет, я думаю. Если он не будет подбирать осколки, он умирает. Так, Немезис. А, ну это нормальная волна, просто будет много всяких боссов бегать и все. Ничего сложного прям. Ой. Я думал, вот пенек мой бегает, помогает, мне хотел сказать. Но я-то за зомбаков. Хоть хочу пенька открыть. Видите, нету ключа у меня, ребят. Красный ключ отсутствует. Красный ключ. Как возьму, придется походу все эти испытания еще раз проходить, как вы мне сказали. Но мне кажется, там порталы появятся, не? И не надо будет это делать. Тоже не успели выполнить. А плеер умер, как я и говорил, как я предсказывал. Что он умрет? Вот он и умер. Вау, как хорошо я зачаржился. Лазера убить. Давайте способность. А, блин, не нанес ничего. Он портанулся. Ну-ка, а сейчас... Тоже ничего не нанес. Сфера вон летает, уже опасно. Все. Хорошо, 15-я волна закончена. Сейчас full health. Будем дальше. Больше сейчас шардов будет. Нам надо 30 где-то волн пройти и нормально. Может даже 25. А, это сейчас 15-я. Я что-то перепутал. 15-я волна. Пиу-п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 иу
Ну, не уничтожен, а он исчез, он сейчас еще появится. Его два раза, типа, убивать надо. Когда половина здоровья, он исчезает, появляется потом через какое-то время. Не знаю, как это работает. Через время он появляется или надо убить всех там. Ой, видите, я не могу зачарживаться. Это меня, это, чомпер кинул на меня такую фигню. Поэтому мне чомперы не нравятся. Сложнее за эту сторону играть, чем за растение сторону. А у плеера все мало здоровья, так и осталось, он ничего не подбирает. Жалко мне его, блин, как бы он не отдался. Какой огромный там легендарный Цитрон ходит. Я им, кстати, играл, была неделя, оказывается, бесплатно можно было играть. У меня не открыт он, мне показалось, что он открыт, у меня просто легендарная неделя была просто. Ну, я поиграл, он отстой полный вообще. У него один патрон. Может, без, может, с апгрейдами он крутой. Но у него там здоровье типа 250 что-то. Или может больше даже. Ну а толку я не знаю от этого никакого. Нету. Какой толк от этого? Если у него один патрон, надо прицельно попадать. Если не попадаешь, то перезарядка просто и все. И ты опять не, не атакуешь 3 секунды где-то. 2-3 секунды.
Так, ну что дальше? Что у нас тут? Кукуруза. Так, появился этот. Или он появится? Я не понял, что это было. А, вон он где. Это, видимо, глюк. Странно, но в этом режиме игра не вылетает. Почему так? Непонятно. Ну, пока что не вылетает. На PlayStation я не знаю цен. Но в американском магазине она баксов 40 стоит. У вас рубль. Но у вас и цены ниже. Я думаю, 1500 рублей он стоит. На PlayStation 4. Может больше, может 2000. Ну, не больше, я думаю. И плюс скидки постоянно, они 100 раз были скидки, можно было уже купить на скидке там, она в 2 раза дешевле была 100 раз уже. Потому что здесь и люди покупают игру еще, потом паки, ну деньги тратят на паки, покупают эти монеты, чтобы паки открывать. 200 тысяч монет, по-моему, 10 баксов стоит, что-то типа того. Или 100 тысяч монет. Но это очень дорого на самом деле, я могу... Я сегодня уже 200 тысяч заработал. А кто паки покупает, тот должен 10 баксов за это отдать, если не больше. Невыгодно паки открывать. Если б 1000000 монет за 10 баксов, тогда это еще окей. Но, блин, 100 тысяч — это отстой. Это очень мало монет. Даже 200 мало. У меня был как-то... был 1000000 монет, я помню, накопил. Мы открывали паки, ничего там особо и не было. Потратил деньги в никуда. Флоти атак. Это сверху сейчас будут... Смотрим, где они появятся. Так, вот я туда иду. Сейчас мы вдвоем попробуем. Давай, давай, давай. Помогай мне. Видите, труднее стрелять через... через стенки вот эти. Потому что они по ним попадают. Ой, и это, быстро мы? А, тут время дается просто. Ребята уже поднапряглись немножко. Я даже подходить не буду. Буду так стоять и все стрелять. Вот так. Так, тут сфера, аккуратненько надо. А, ближе больше урон, смотрите, 18. То есть есть смысл подходить, потому что был 13 урон сдалека. И вот это, тоже стреляет лучше, 30-ку наносит. Второй скилл. А в Infinity Time рандомную патчу не собрать. Только с твоих друзей, потому что ты никак не... никто не присоединяется к тебе. Если у тебя есть друзья, ты их можешь заинвайтить вначале к себе домой, а потом пойти Infinity Time. А одному здесь очень сложно и неинтересно, вот так я тебе скажу. Ты больше напрягаться. Здесь, смотрите, этот режим, вчетвером мы играем, я особо не напрягаюсь. Стреляю все подряд. Я знаю, что у нас есть команда, и нам... мы вместе справимся. Но, блин, соло играть или даже вдвоем не очень комфортно. А вот четвером само то. Если кто-то умрет, это не так критично. А вдвоем, например, кто-то умер. Ну все уже как бы очень сложно становится сразу. Ребят, ну вы чё там? Ну, стреляйте уже как? Смотрите, как у меня здоровья мало. Я перестал стрелять, думал, они достреляют. Походу, они все так перестали стрелять. Потом подумали, блин, наверное, реально никто не стреляет. Надо и мне пострелять. Если зависло, обновляй стрим. Тебе интернет. Чувак, что ты делаешь там? Стрелял, как будто там кто-то есть. У нас еще он есть. Клиент. Сфера за ними летит. Сейчас кто-нибудь убьет. Хорошо, ребят, справились. Мне, правда, здоровье нужно, но ладно, забирай. Это чертов осколок. Я на PS4 особо не играю, так что не надейся меня там увидеть. Я играю на компе в эту игру, поэтому. О,
на PS4 я бы, если бы я знал, что сколько тут читаков было поначалу, сейчас, может, и поменьше стало, я бы на PS4 всегда играл. И там просто нет читаков. Там слабее игроки, легче попадать. И, ну, как, сложнее попадать, но и по тебе тоже не так легко все попадают. Не все снайперы, в общем. Что-то я пока ту стреляю, как это враг какой-то. А здесь-то с мышкой, здесь вообще можно хорошо попадать. А если у тебя еще читы есть, так это вообще просто. Все сразу проигрывают. Было как-то бразильская пати, постоянно читаки какие-то. Бразильские читы изобрели там, открыты. Они постоянно читерили. Ну, это было полгода назад, если не больше. В 2016 было. Как только игра вышла, особенно было много читов. Потом как-то меньше стало. Все ушли всякие Battlefield читерить, там играть. Battlefield тоже есть читы. Правда, что там читерить-то? Неинтересная игра все равно. Там миллион просто игроков. То, что там убиваешь кого-то, всем пофиг. Так, добиваем. Кстати, у меня есть идея запустить стрим своих старых стримов. Ну, не стримов, а просто видосов. Вот как я начинал, например, Garden Warfare 2. С первой части, например, да, там, до сотой, например. У меня так мало здоровья вообще, жесть. Я ухожу отсюда. Ну, к примеру, да, и вы просто смотрите запись стрима. Ну, я не знаю. Но это была у меня идея просто. Я не думаю, что вам понравится смотреть. Но многие просто не знают, как начинал, например, PvZ 2 играть. Такой стримчик, который будет идти несколько дней, например, неделю, да. Идет стрим, и все. Всех старых записей. Он прикольно, но не знаю, будете смотреть, не будете. Я бы поставил такой стримчик. Неделя, например, идут все записи стримов. Ну или просто как я давно играл, начинал канал свой. Старые ролики, видео, видосики. Clash of Clans, посмотри, у меня есть видео на канале. Обзор этой игры, и все узнаешь. Зайди, посмотри. Не стесняйся. Ой, кто-то умер. Кого-то разнесло здесь. Ой, у меня разнесет. 200 здоровья. Чего ж я так врываюсь? Пойду тогда собирать эти шарды. Осколки. Так, осколок 2, осколок 3. Осколок 4. 200 здоровья восстановил себе. Каждый осколок по 50. Че, я тебя не убил? Сколько у тебя здоровья, чувак? Успокойся уже, ну. Хватит меня бить. Так, соберем здесь. Еще не концовка, это вообще волна долгая. Потому что чувак у нас умер, мы троем остались. Я хочу осколки пособирать. Смотрите, уже почти 20 тысяч осколков. Еще 5 волн, у нас будет 30 тысяч. День рождения 5 октября. Так. Блин, что-то бесконечный уровень, что ли? Давай вот этого добьем и все. Че тут? Да, вот он появился. Все, мы сейчас его зажали мы его. Блин, а кто меня так пробил на 400 здоровья? Я на сферу, что ли, наступил или что? Как меня убили так? Я думаю, вся надежда на этих чуваков. Пожалуйста, не подведите, когда нужна ваша помощь. Я не знаю, сколько у вас здоровья. Все, они справились, молодцы. Потому что сейчас будет с нуля, все. У нас полное здоровье и все нормально. Забудем про это, то, что было. Откуда взялись растения в этом режиме? Ну, потому что я за зомбаков зашел в этот режим. Если ты зайдешь за зомбаков, будут растения. Если за растения, будут зомби. Логично, не правда ли? Здесь две стороны есть. Какой режим? Разработчики так решили сделать. Ой, я чуть не заметил. Сори, чуваки, только сейчас увидел. Тут база была. Когда комментируешь, уже не так внимательно играешь, конечно. И сам режим отстой полный. Режим отстой. Ненавижу этот режим. Оу, хорошо я его. Сфера у нас там. Вот вторая сфера появилась. Каждые 10 волн одна сфера появляется.
судя по всему. Если я правильно понял. Вот 20 мы прошли, вторая сфера появилась. Я не говорю, что читаки на PS4. На PS4 нету читаков. Читаки были только на и остаются только на вот в этой версии. Я на PS4 не буду играть. У меня там нету персонажей. Представляешь, у меня там ноль прогресс. У меня нету прогресса, зачем играть? Ой, вот туда надо, туда далеко. Че, не достреливаю, что ли? Так, надо бежать туда. Все, буду сейчас тут стрелять. Все, отлично. Warface не играл и не буду. Если есть контра, зачем вы какой-то Warface? Ты мне вот ответь на этот вопрос. Контра это классика. Ничего лучше контри не будет никогда. Это донатерская игра Warface. Ты там задонатил, ты стал сильнее, понимаешь? Это самые ужасные игры в мире. И то же самое, как в реальной жизни. Ты заплатил деньги, да? И ты стал, типа, сильнее, да, сильнее других. А у кого нет денег заплатить, они не могут что сделать. Ну, представь, если бы так было. Ну, то же самое эта игра. Кто заплатил, тот крутой. Кто не заплатил, тот ничего не сделает против тех, кто задонатил. Так. Сколько их тут? Блин, я лучше валю отсюда. Потом сейчас сфера подлетит, вот эта красная сзади, и все. Сейчас всех накроет здесь. Такое может быть. Она уже летит, кстати, сюда. Здесь чуваки видят, потому что я им не подскажу. Ребята, осторожная сфера. Если стрим слышат они, то отлично. Сегодня много подписок у нас, ребят. Как стримлю, всегда подписок много, ребят. У меня хоть целый день стрим тут. Все время подписчиков много сразу станет. Вообще, если 24 часа стримить, у меня там в 1000 подписчиков в день может быть. Ну, это надо стримить и стримить, я не могу столько стримить. Мне просто неинтересно уже будет. Ну, только если игры менять и отдыхать как-то, я не знаю. Так, пытаемся их вырубить всех. Ребят, наберем 1 000 000 подписчиков к 2030 году. Не, шучу, раньше. В 2000... Сейчас скажу. В 2022 году, может, 1 000 000 подписчиков у меня будет. Может, раньше, не знаю. А вы как думаете, в каком году у меня будет 1 000 000 подписчиков? Блин, вот эти коты, мяу-мяу-мяу, вот это уже надоедает мне. За другую сторону такого нету. Так, ну мы не успеваем. Хотя время добавили. Все равно не успеваем. Да кто так бьет меня сильно? Вообще жесть. Как они пробивают? Сфера еще летит сюда. Не, в 18-м точно не будет столько подписчиков. Только если я целыми днями Майнкрафт не буду играть. Вот если в Майнкрафт я начну играть, я за год 1 000 000 наберу. Майнкрафт это та игра, когда все каналы большие развиваются. То есть Майнкрафт это прям... Хочешь подписчиков, играй в Майнкрафт, короче, по-другому. Блин, я тут зажат, я боюсь выходить, у меня мало здоровья.
Давайте попробуем способность вот эту. И мы его быстрее... А, у него сейчас протекшн защита. Видите, урон по шестерочке идет. Но мы и даже так убили его. Это хорошо. Попаду хоть по кому-то? Патроны не... пули не туда летят или что? Чего я попасть не могу? Сбит прицел у меня? Успокойся. Я просто говорю, если набрать миллион, то можно за один год до миллион подписчиков брать, если Майнкрафт играть. Инфа 100%. Каждый день одно видео, может даже два по Майнкрафту. Можно еще какие-то игры добавлять, не только Майнкрафт. Но основная игра должна быть Майнкрафт. Много-много Майнкрафта. Обзор на моды. Какие-то там прятки в Майнкрафте. Что-то вот такое вот все. Ну, для детишек маленьких. Может быть, еще эти игрушки открывать, типа Лего, Майнкрафт покупать и прочее. Тогда можно уже миллион набрать. Ну и аудитория будет соответствующая. Это кто Майнкрафт только смотрит. Вы будете играть в другую игру, все. Никто смотреть не будет. Только Майнкрафт. И все. Такая суровая реальность Ютуба сейчас на данный момент. Майнкрафт и Майнкрафт. У нас мало здоровья, кстати, у базы. Как бы нам на 25-й волне не отлететь следующий? У нас одного игрока нету. Вот эти лазеры, они очень сильные. Потому что у них защита хорошая. Ой-ой-ой, сфера. Чуваки, аккуратнее. У меня же даже глаза болят от этого режима. Потому что здесь столько спецэффектов. Глаза устают. Помогайте, ребята. Давайте вместе завалим его наполовину. Чтобы фаза пошла. Так. Нормально, нормально, нормально. Все. Сейчас он исчезнет. Исчезай, чувак. Все, мы тебя пробили. Так, надо разделиться как-то, потому что здесь сфера летает. Придавит меня сейчас еще. Здесь никого не было? Этого подсолнуха надо убивать. Он лучом очень сильно бьет. Сфера сюда летит еще слева. Надо иметь в виду по центру там сферы. Там еще плеер. Можно в сферу сейчас попасть. Видите, слева сфера. Ого! Блин, ну они меня сейчас убьют, наверное. У них урон небольшой, но, блин. Их тут очень много, и сферы еще. Я, наверное, валю отсюда. Спасаюсь. И на себя мобов возьму. Кто-нибудь за мной побежит сейчас. И здесь еще грохомет бегает. Блин, как бы нам выжить здесь? Очень сложная волна. Я бы ушел вообще оттуда. Ой, он сейчас будет с пулемета стрелять, походу. Да. Видите, он стреляет. Поэтому я назад. У всех вообще здоровье нет у нас. Еще никто не умер, но, блин, на волоске мы. Мы держимся на волоске. Давайте попробую туда. Первый игрок минус. У меня здоровья нет. Если я высунусь, меня убьют. Я не могу туда идти. Так, они кого-то убили. Может, тут это, кристаллы будут? Попробуем взять кристаллы. Хоть чуть-чуть здоровья. По-моему, появился король, нет? По-моему, он появляется только... Вот он появился. Когда мы всех добьем, он появляется. Неплохо он бьет, на самом деле. У меня 100 здоровья, 123. 53. Чуваки, пожалуйста, гнома добейте большого, и все, мы выиграли. Большого гнома, не трогайте мелких вообще. Мелкого гнома, умоляю. Если слышите меня, пожалуйста. Я знаю, вы сделаете это.
Мы вдвоем вчера легче прошли, чем вчетвером. Я не знаю, с чем это связано. Тут плохо играют просто напарники или что. Или они отдались просто. Нельзя так близко к нему подходить, чувак. Ты вообще рискуешь. У тебя здоровья не было, и ты просто... Он сейчас один залп, и ты умрешь. Ой, повезло, хоть добили. Там, видимо, здоровья было мало. На волоске мы были все. У нас вообще здоровья у всех последних мало было. Повезло. Андромали, какое растение купить? Белая капуста или хлыст? Белая капуста. Самое лучшее растение. Покупай, не пожалеешь. А, хлыст так себе, шляпа. Хлыст отстой. Хлыст заморозку убивает, поэтому это большой минус. Потому что заморозка нужна. Ледяные дракончики очень крутые. А хлыст будет сразу убирать заморозку, и поэтому... Половина сразу стратегию отпадает, если ты хлыст используешь. Значит, сколько у нас шардов? У нас 31 тысяча сейчас будет. Нам надо 35, и можно умирать. Все, потому что лучше сундука после 30... Я набирал 70, по-моему, или 80 шардов тысяч. И все равно там награда такая же, как и за 35. То есть нет смысла париться, там целый час играть. Никаких бонусов не дает это. А монеты можно зарабатывать. Здесь так мало монет, что эти монеты ни о чем. Так, тут сфера летает. Сейчас еще... Третья еще не появилась, интересно мне. Не, еще только две сферы. Вот будет три, там вообще жесть. Три сферы, постоянно надо бегать куда-то. Разделяться от них. Пугало появилось. Пытаюсь уничтожить. Но одному не справится, судя по всему. Но зато шарды есть здесь. Халявные. Уже 33 тысячи у нас. Тем временем. А это неплохо. Я пытаюсь уничтожить, но ведь... Не хватает мне. Давай. Все, успел. Анимации, кстати, не было. Я использовал третий скилл, но анимации удара не было. Ой, это по мне. Чемпер. Еще 5 минут, и мы закончим на этот режим. Ну, я, может быть, еще сыграю. Потому что, ну, блин. Не, ну, второй раз это уже неинтересно, да. Ну, по-хорошему, мне надо целый день играть, чтобы всех этих легендарок открыть, чтобы на каждого обзор сделать. Ну, по-другому никак. Ой, ё-моё, как я в сферу залетел. По-моему, там тоже кто-то залетел в сферу, или нет? Вот третий игрок у нас. Блин, как обидно, да? Сейчас там... Это штука 27-я волна. Хотя, подождите, мы сейчас 35 тысяч наберем осколков. Нам пофиг будет на это, как я говорил. Нужно осколков только понабирать. Все, у нас 35, мы можем умирать, на самом деле. Ладно, завершим уже вот эту волну. А потом можно умирать. В сферу зайдем все вместе. Но я не уверен, что все стрим слушают, потому что играть и слушать стрим не всех есть возможность. Но если на телефоне стрим у них запущен, то они услышат это. И мы вместе сдохнем. Потому что, как я напоминаю, нет смысла играть после 35 тысяч. Награда такая же. Все, давайте умирать. А-а-а, я умер. Правда, я сейчас резнусь, потому что они добьют лазера. Но я опять-таки сразу умру. Специально.
Все, ребята, отбой, давайте. Награды надо набирать, нам забирать. Кстати, у меня такой интересный вопрос появился. А если, например... сейчас закончится игра, и там же сундуки стоят, да? Ты их открываешь. Если я пойду чужой сундук открою, или кто-то мой откроет, то что? Можно открыть или нет? Так прикольно. 4 игрока играют, и я только сундуки открываю, прикиньте. Чтобы быстрее я легендарки получил. Ну, это теоретически, конечно. Теоретически. Не знаю, правда, работает такая тема. Кто знает. У меня тут Твикс лежит. Я возьму, с вашего позволения. Чтобы проголодался снова. Комментировать всегда очень энергозатратная тема. Всегда проголодаешься быстро. В конце даже звука не было. Я испугался. Думаю, опять звук, что ли, пропал в игре. Это просто концовка, наверное, такая. Пиу-п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 иу. Сейчас такое название инфи что-то будет. Инфи что-то. Это максимальный сундук. Infinity chest. Чуваки, можете не открывать сундук? Я посмотрю, можно ли ваш сундук открыть. Легендарный имп, ребят, поздравляете. Ну, только одна часть. Можно ли чужой сундук открыть, ребят? Кто знает? Подождите, подожди, дай проверю. А, нельзя, нельзя, нельзя. Это твой сундук, нельзя открыть. Открывай уже. Он, по-моему, забыл сундук открыть, чувак. Не успел. Но я думаю, ты приз получишь в автомате. Ребята, вот он не успел открыть сундук. Вышло время. Он сможет открыть его? Кто знает. Тоже такая необычная тема. Я думаю, что если ты подойдешь к автомату, здесь как подарок будет вот здесь. Но я не уверен. Ну чё, плеер? Есть там что? Не знаю, вроде как он злится и там ничего не было. Но не факт.